Привет всем. Вот Иван Николаевич, у него свой музей. Вот скопились у него всякие вещи. Вот. И хотели бы сделать обзор. У нас сейчас на обзоре кинопроектор советских времен, я так понял, еще, да? Еще до военных. До военных времен. Времен, вот, говорит. Вот у него где-то вот здесь должен быть. Ну, какие? Только неизвестно, он тут остался или нет. 1900 какой-то здесь год уже видно. А, не довоенный, наверное. Вот так вот раскладывается сюда все. Вставляется пленка, идет через вот эту вот систему, производит звук, громкость есть, там стоят внутри лампы у него. Вот. И это все, эта вся система идет на, как ее, на как ее называют? На экран. На экран, экран из холста. И показывали раньше фильмы вот этим проектором. Вот других здесь вот нарисовано, нет, как правильно заряжать ленту. Вижу. Да, видишь, как ленту заряжать. А эти переключатель неизвестно для чего. Этот проектор, надо его сохранить. Он очень будет... Так, очень переходим дорогой к следующему. Неизвестно какого года. Вот, говорит, вчера часы принесли неизвестно какого года. Вот в таком состоянии они. Называются Москва. Вот как-то так. Дальше что еще есть? Вот, магнитофон, вижу, висит. Старенький, электроника, я так понял. Нет, весна даже. Я помню только электронику. Кассетный. Дальше часики вот висят. Вот такие, я помню, у меня у бабушки были. Вот такого плана. Вот еще часики какие-то старинные. Янтарь называются. А это что такое написано? ОЧЗ, да? Очки, да, как очки. Заря, по-моему. Еще довоенные. Ну, так, и заря. Тоже неизвестно, сколько им часы. Лет. Неизвестно. Вон там магнитофон еще какой-то. А, нет, это магнитола, наверное, какая-то. Да, магнитола. Азамат. Азамат 302. С кассетой вижу. ВФ-203. ВФ-203, а это уже магнитола. Транзисторный приемник. Транзисторный верхний приемник. Ох, машина какая! Машина старинная. Послевоенная. Ой, я такой даже, кстати, ни разу и не видел. Послевоенная, лет, наверное, 70 назад выпускались такие машины. Ими играли только богатые дети. Понятно. Смотрю, там у других часики. Были деревянные машинки. Будильничек. Все, смотрю за машинкой, смотрю, еще часы вон старинные, вот они. Кстати, я такие часы давно где-то видел, по-моему, в кино, если «Маяк» не ошибаюсь. Называется. Можно поставить на место. Называется «Маяк» часы. Давай сюда часы поставим. Ага. Вот здесь тарелка какая-то, дай-ка возьми тарелочку. А те часы, я помню, в фильме каком-то, да, были. Так, чеканочка какая-то. Какая-то военная еще тоже. Чеканочка. А, смотри, уезжает. Самосвал поехал. Поставь его вот как есть, потом мы его поправим. Дальше смотрим мы. Кошелек какой-то старинный, что ли. Какой-то чайничек. Это что здесь у нас? Кофеварка. Скорее всего, это была кофеварка. Ну, это, я думаю, современные практически еще. Ну, может, советского периода часы. Вот еще какие-то часы. Снизу вижу что-то, ой, написано в СССР. Сделано, что ли. Дальше что здесь у нас? О! Это правосудие, видно, знак какой-то. Щит, да, весы. Что-то здесь еще. Ох, шприц. Шприц. Это раньше делали уколы вот этими шприцами, потом их кипятили. Это непонятно. Часы, не часы. А где часы? Видно, они как-то открываться должны секретом. Открывается. Дай-ка я попробую их открыть.
Они должны, вот смотри, вот они как открываются, видишь? Понял? А, выдвигаются они. Выдвигается, хоп, и вроде как браслет. Угу. Выдвинул, посмотрел, время, задвинул их обратно. Такие я еще ни разу не видел. Тоже ни разу не видел. Дальше смотрим, что здесь интересного есть. Это щетка какая-то. Здесь еще интересные вот эти вот штуки, наверное. Что там еще? Профсоюзный билет. О, профсоюзный билет. А он чистый. Заполняй и плати профсоюзы. Только непонятно кому и куда. Еще один. Ох, нифига вот эта штука. Это Сталин. Это интересно, от чего это? Это где-то лепилось, где-то как. Где-то в органах власти, наверное. А это выпускалась машина ГАЗ-21. И вот эта штука лепилась на капот, ставилась сбоку. Ну, капот крепилась вот этими закрутками. Угу. Вначале было вот это, а потом стали вот ставить на вот такой на капот. Чтобы красиво было. Да. Вот так, получается вот так вот на капоте. Вначале вот так она была на двери похода, а потом стали ставить ее на капот. Крышечки всякие разные. Это вот, чтобы молоко не убежало, раньше совали вот такую штуку. А я, кстати, не знал, я видел сколько раз, я не мог понять, что это. И молоко уже не убегает. Вот эта вот старинная вилка тоже, не знаю, сколько ей лет этой вилке. Вот, дальше идет вон что, старинный утюг. Но не совсем старинный. А, ну утюг, но все равно. Это уже послевоенный. Ну да. Самый первый советский. Электрический и утюг. Керосиновую лампу видели. А, вот доска еще. Ну то я, в принципе, еще на помойках застал их. Вот лапти недавно нашли. Там ложки, смотрю я тут как его, копыта, как называется, копыта или что, подкова, а я копыта, блин, ну я откуда знаю, что. Старинный, ох какой, пионерский горн. А, вот. Не понял, а что с двух сторон? А с двух сторон, это вот сюда дуть надо, а это отсюда, а сюда вот надо, сюда дуть, вот в эту сторону. Ну, какой-то, по-моему, что-то здесь неправильно. Нет, он это поднимается, если вот вставляется другая. Вот эта штука вытаскивается, вставляется другая. Чтобы вот, например, так человек будет дуть в эту же систему, не в каждую же. И, кстати, вот такой горн, я помню, где-то фильм был старый-старый про пионеров. Да, вот да, такой вот горн вот был. Горн. Где он был-то, куда его положить? Да, я сюда его положу. Смотрю, этот... А, вон там еще одна стиральная доска. Так, что у нас здесь еще? Вот одна, как ее, лампа керосиновая, даже не одна, смотрю, еще одна есть, вот, ниже, какие-то бочонки, рубанок. Вот утюг попался старинный. Вот часы еще какие-то одни, наверное, тоже старинные, СССР наверное, а машинка. Вот это довоенная вещь, вот это получается. Сейчас где? А, вот утюг, вот тоже недавно нашли мы. Вот, но это очень старинный. Это не знаю каких, вот это довоенные, может быть, 20-х, 17-х годов, а может даже еще и раньше. Угу. А вот это что это у нас? А на, это такое? У нас типа какой-то усилитель СССРовский. Ага. Так, телевизор, это можно сказать еще, ну, не совсем и старый, но только, еще, да. Ну да. Вот, серп, смотрю, есть. Очень старый, даже ручка. Да, кстати, смотрим, какой-то расслаивающийся. Так, что у нас здесь? О, подстаканник какой здоровый. Да, вот эта вот штука. Я не знаю, кто потерял. Зверев, что ли? Где вторая туфля? Зверев, наверное, потерял. Наверное, 35. Каблук, Сантиметр 35. Вот у нас есть коробочки из-под чая 38-го года выпуска. Дальше что? Вот это вот диафильмы. Ох, давай-ка диафильмы. Вот я, кстати, у меня был такой же в детстве. Здесь вставляется пленка. Вот, кстати, пленка есть. Пленочка. Натягивается экран. Вытаскивается. О, вытащилось. Раз, туда засовываешь, как бы вот так вот. А где-то она выезжать должна. Она сзади, крутится, что ли? Вот так. Видишь? А, вот сзади она выезжать должна. Да, а помню. Вот так вот откручешь, она тут вот выезжает. Вот она пошла. Меняет слайды. Да, вот она слайды меняет. И а как называется, кстати, это? А дай посмотреть, попробуем. Еще картинки есть, видишь, какие-то. Что-то написано там, конец. Конец.
Конец? Да, конец. Начало-то где? Уже конец. А давай начало посмотрим, что здесь вот такое, что это такое интересное. Подержи что-нибудь там. Ну-ка, подержи, а я сейчас. Я так подержу. Сейчас посмотрим, где самовары. Что-то здесь такое. Фильм. Сейчас фокусируется. Ты даже видишь? Он наизнанку. Дай-ка вот такой. А, наизнанку получается у нас. Диафильм. Что-то написано, там и год должен быть. Я через экран смотрю. Когда, какого даже выпуска, года. Игорь, почитай, пожалуйста, что здесь вот за написано. Вот. О. Название диафильма. Дракон. О-о-о. Обычной семье. Видишь, сразу о-о почитал. Дракон обычной семье. И вот можно, кстати, он если рабочий, он уже посмотри. Мы его проверяли уже, он рабочий. Так, ребят, дайте-ка я пройду сюда. Так, еще часики какие-то, это, наверное, современные все же, я так думаю. Что-то МОН 22. Здесь, о, фотоаппарат, смотрю. Старинный, пленочный. Фляжка, смотрю, здесь. Еще, о, кстати, они что-то полные, смотрю, эти фотоаппараты, да? Да, они живые. Они еще с фотоаппаратами. Раз, ох, а без объектива, но все равно приятно, ну, приятно. Так, здесь, наверное, был Зенит. Мечта очень многих фотографов советских времен. Да, открой. Да, да. Мечта очень многих. Все полностью. Вот он. Понял, все в хорошем состоянии. Даже, походу, еще нажималка какая-то вот есть здесь. Ну да, вот еще какой-то. А это, так, Зенит, это уже чайка, наверное. Ну-ка. Угу. Да, это чайка. Это к школьникам покупали раньше. И что не у каждого школьника вот эта чайка. Я помню, была. Вот здесь вот где-то диафрагму, да, как там что-то, диафрагма. Свет надо было выставлять, чтобы сфотографировать. Там все, еще. Да, целое прям. Это все в рабочем состоянии. Это сейчас щелкнуло, раньше надо было. Раньше не у каждого они, да, еще вот эти штуки были. Ох, замок какой. Замок того же старинного. Старинный. Амбарный, да. Так, это мыльницы современных, да, не будем смотреть. Вот это вот с кукушкой тоже, старинные часы. А, вот, эти вот часы с кукушкой. Очень старинные. Дальше у нас это пельменница, если кто не знает. Застал. Игорь, ты застал пельменницу такую? Нет, нет. Ну, я-то делаю пельмени. Да? А вот это вот вафельница. О, вафельница. Электрическая. Открываешь, ложишь тесто сюда вот так вот, закрываешь. Включаешь в розетку. Ну, в принципе, сейчас современные, да, такие же делают. Да, даже, видишь, вот старинная вилочка, старинная, включаешь. Это старая, да, то есть новые забытые старые. Вот вытаскиваешь и по новой закладываешь. Так, дальше у нас что здесь интересно. Ох, какие еще часы с кукушкой, смотрю. Вот они. Техника. Ох, сейчас там техника, Игорь. Сейчас вот с часами разберемся мы. Лера, так, с этими мы смотрели. Это, не знаю, видели, не видели. Вот это должно быть динамик, да. Так, вот какая-то. Да, вот ставится как-то вот так вот. Не знаю, какой-то, а приемничек. Это... Ножки есть? Это вот так вот простой приемник раньше был. Еще один фильмоскоп. Дальше что у нас здесь? Какая-то старинная вот такая вот штука. Пластинку. Послушать бы. А? Послушать бы. Пилотка современная. Дальше. Это что у нас такое? Это радиола или как-то в этом роде, я так понял, да? Оно как чемодан, по-моему, должно быть. Я помню, у нас в школе был такой. И нам включали какие-то. Вот так вставляется. Потом вот так ее ставишь. Здесь где-то есть замки. И включаешь ее и ставишь вот сюда. Вот эта штуковина, она играет. Можно вставить батарейки. Сзади вот сюда вставляются батарейки. Можно взять на природу. Здесь еще батарейки вот были? Ух. Вот сюда вставляются батарейки. Ага, да, вот, кстати. Четыре штуки. Это 6. Она портал для них. Вот, да, вот все закрыл. Можно воткнуть в розетку. Вот есть шнур. Можно в розетку воткнуть. А вот эти вот втыкаются. Вот так, как видишь?
А, блин, а самое главное, он тоже пропустил. Смотрим под верстаком. 90-е года, 80-е, вообще мода была. Вот он. А, это однокассетный магнитофон. Катушечный он. Еще какое-то радио простое, по-моему. Двухколончатый еще магнитофон. Там дальше что-то еще. Не знаю, что там. Что у нас самовар еще интересное? Не захватил, да? А, самовар, это вот то, что мы тоже нашли недавно. И вот он, самовар, ну, да, поставим вот так пока. Мы его еще даже не установили. Подожди-ка, здесь вот тоже экспонат очень хороший, я смотрю. Это хороший экспонат. Это называется типа безмены или весы. Это весы были раньше. Назвать их. Вот так устанавливаешь они. Вот эта стрелка встает вот сюда. Вот. Если она сюда встала, значит весы ровные. Если что-то, груз, вот сюда вешаешь, весы отклоняются. Потом двигаешь и узнаешь по этой шкале, сколько веса. Даже взвешивали шерсть. Вот до какой степени, ну, они, да, были точные. Понятно. Дальше у нас... магнит. А, это просто радиомашинные ставили в советские времена. Первые магнитолы. Это не магнитол, это просто радио. Да, это просто радио ламповый. А ГАЗ-21. Это ламповый даже? Да, вот ламповый. Это просто даже чайка. Сделано в СССР со знаком качества. А здесь пока не видно ничего. Они очень мощные. Раньше вот такие, да? Их нигде их не достать было. Вот громкость, и включать, и громкость. А это, походу, ловить волны, да. А где-то там шкалы не видать, ну ладно. Шкалы что-то не видно. Почему? Ну, факт тот, что это, ну, да, может, даже давай год уберем. Есть. Года нет никакого здесь. Ну, год. Вот. Нет. Год должен быть, ну, наверное. А ну, смотри, ладно, разъем какой интересный. А так, кстати, такой разъем ни разу в жизни не видел. И куда так вот, слушай-ка, это, наверное, в автобусе в каком-то, наверное, по всему автобусу, наверное, звук расходился. Дальше что у нас? А, самовар. Где-то здесь мы смотрели очень много вот таких вот, весь орденоносец. В несколько, если вам видно. 20 орденов. Это же вот, прямо несколько рядов. Нашли на чердаке. Да. Моего, да? Видео есть. Если кому интересно, смотрите, как мы нашли самовар, там саблю. А, кстати, сабли где, я не помню, не вижу. Где-то она тоже здесь. Где-то потерялась на садьбе сабля. Колокольчик. Это коровам, по-моему, вешали, привязывали, да? Коровы, да. На шее, чтобы корова не заблудилась. Нет, это ходила, корова звенела. Ну да. Так, вот очки получается... современные, наверное, все-таки синие какие-то. До военный шлем танкиста, по-моему. До военный шлем танкиста. Да, видишь, какой старый. Сейчас они новые по-другому пошли. Они там с проводами. Они с проводами. Здесь они, кстати, и раньше с проводами были. Наушники. О, смотри, с этим, как его, с шерстью. Да, шерстью. А тут еще динамики у него, видишь, торчат. Шерсть это или же все же баранина это, какая-то? Это баранина, это ранее была баранина. Она же все выленила полностью. Здесь отрезан провод, вот он видно. А вот он провод идет. Ага. Вот, провод. И вот еще один. Еще один, да. И вот с этими проводами как бы связывались люди с этим, с начальством своим. Ну, это, можно сказать, не старинные, возможно. Коньки вот старые, советские. Да, это коньки советские. Это что у нас за фуражка здесь? Фуражка современная. Коньки, по-моему, тоже советские, женские. Вот у нас нашлась шпага. Ага, вот сабля. Которую мы на чердаке тоже саблю нашли. Тоже в этот же музей. Давай вот здесь вот, а то там будет плохо видно на свет. Чтобы... Вот так вот хорошо видно. Вот нашли саблю. Она не ржавая, ничего. Не знаю, тоже интересно, сколько, да, она там пролежала. Неизвестная, очень хорошая вещь. Очень в отличном состоянии, конечно, ножны не очень, а так она в отличном состоянии. Все отреставрируется потом, да, потихонечку. И не хватает. Под сигары? Под сигар. А как-то я его пропустил. А советского времени он или как? Не уместится, да? Нет, здесь написано. Штук 10, наверное. Это наш женский портсигар. А разверни, покажи вот с этой стороны. Да, 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 смотри, к чему. Вот нашел полезную вещь.
Женщины-то меньше курили. Или просто не курили. Дальше противогаз здесь. Вот с таким маленьким. Не знаю, современный, не современный, но в итоге я таких еще только в школе припоминаю. Но вот такой маленький баллончик первый раз вижу. Не знаю вообще, отсюда он или нет. Дальше у нас боксерские ботинки. О, советских с 90-х годов нанчаки, смотрю, висят. Дальше ремень. Да что-то на нем написано. Миня. Миня? Ага. О, это Миня. Старостин. Старостин. А, это ж Миша, наверное, Старостин. 1995 год. Ну, это ж не такой старый ремень. Ну, все равно военный, можно сказать, старый. А вот балалайка, которую мы нашли. О, рогатка. Гляди, какая рогатка, первый раз вижу. Я олень. Я тоже. Кстати, вот сейчас она висит и висит, смотрю, олень. О, как здорово. Прям как шаманская какая-то. А, о, балалайка. Да, балалайка. Вот она. В рабочем состоянии. Очень старенная балалайка. Да, я покупал и забыл. Дальше что у нас идут? А, сапоги вот мы тоже нашли. Хромовые. Да, хромовые. Тоже это вот, это же. Говорят, как бы не ношены вроде с виду, как бы не истоптаны, ничего. Сейчас посмотрим. Нет, такое ощущение, или они сделаны, или они совсем новые. Так, дальше что это у нас завалилось здесь? А, ну это современная лампа. Домкрат какой-то, не знаю, такой не видел, старый, новый, без понятия. Что у нас еще? Дальше у нас вилы кованые. Вот, отложим их. Памятник стратонавтам, которые приземлились в Мордовии. Памятник. Как? Стратонавтам. Стратонавты. Усыскину, потом Осенко, еще один какой-то из них. Вот трое, они погибли в Мордовии. Вот им поставили в Саранский памятник. А бюст Сталина, я помню, как-то ты говорил, где-то есть. Сталин. Ну, это вот это, вот ты показывал. Этот, а по-моему, другой. Ну ладно. Нет, это, а, вот. Товарищ Крутик. Рог, да, рог. Да, это тоже. Игорь, покажи рог. Ну, это рога, я помню, даже в гости приходил еще в своем детстве, где-то мне было 5-6 лет, может, чуть побольше. У друга был такой рог. Вот такая военная фляга. Наверное, советских. Ну, я думаю, советских времен. Чеканочка. Маска какая-то. Тоже мало кто видел. Вот, петить, наверное. СССР. А это как его? Джек Воробей. Вот они откуда, кстати, взяли. А это вот у нас уже давно было в Советском Союзе. Джек Воробей. Да, чистый, видишь, это... на Джек Воробей похоже. Чистая кожа, кстати. Да, вот да, кстати, вот. Кожаная. Это кто-то привез из-за границы. А, значит, это заграничная все же вещь. Сумочка какая-то. Ну, я думаю, наверное, пустая, не будем ее смотреть одной рукой. Неудобно. Тут еще какой-то приемник, что ли. Старенький. Это четырехпрограммный приемничек. Раньше он включался и в розетку, и вот это, и вилка, и в розетку. Какого года он? Две штуки. Одна в радио включалась. Ну-ка. Одна включала, да, тоже. Цена 75 рублей. О, как. Рублей? Да. Не может быть. 1990 год. 12 месяц, по-моему, я так понял. Год. Это тогда не такой уж он и старый. Но все равно это советский. Да. Вон, смотри, что там он. Пропустили мы фонарик вот этот. Кстати, я тоже, я думаю, это советских времен. Владимир, неизвестное, что ли? Происхождение этого фонарика. Золотые ворота. Вот это ты не снимал, да? А, вот. Ну, тут это, кстати, в принципе... Шприцы. Я не сказал бы совсем это. Думаю, не сюда совсем вот старое. Шприцы, кипятили. Ну, там инструмент этот хирургический. Да. Ложка. Баклуши. Ложка, баклуши, кстати, били раньше, вот говорят. Ложки делали. Это мы уже снимали с чердака. Вилы вот эти вот. Ну да, мы с чердака пришли. А это мы видели уже. Показывали.
А, что... вот эта штука, объясни, что это? Ты мне объяснял давно, я забыл. Это какой-то прибор, по-моему. Микрометр. А, микрометр, да-да-да. Он, по-моему, сейчас еще в ходу или нет? Ну, еще они есть, конечно, в ходу. Это большие микрометры. Это что измерять надо? Измерять коленчатые валы, измеряли. И шлифовали их до микрон. Если меньше микрон и больше микрон, ходить они не будут. Коленчатые валы. ГАЗ-51, ГАЗ-61. Советский бетончик ходили за молочком. А это вот для утюжнения. Какой? Покажи-ка. А, вот, эта, кстати, штука. Да, да, вот это вот, надо, ты говорят, это пельменница. А да, как делают? Вот так вот тесто разложат, потом берут вот так вот. Ну-ка. Тесто вот ты тесто. Разложил, положил вот так вот, зажал, а потом берешь вот так вот пельмени и вышибаешь. И вот так вот. Вот она уже слаживает, как эти края, вот такой, этой штукой. Я первый раз такой пистолетик. И выкидываешь. Потом... Здесь еще пружина здесь еще стоит. Раз зажал, пружина оттопырит. Хоп, и выбрасываешь. Очень легко пальцем одним раз выбрасываешь. Очень удобно. Мне все понятно. А вот этот ключ откуда? Где замок от него? Это ключ от города? Непонятно, что это откуда и почему он здесь висит. Не знаю откуда. Где-то его нашли, сюда повесили. Рога. А вот это тоже неизвестно, этот, что это такое. Измерялка, что-то мерить помню. А, это, знаешь, что мерить? Вот толщину. Вот, а допустим, это... вот так вот, фигак, какая толщина внутри. Да, там наверное. Ложек, допустим, да. Ложки там делаешь, так вот, измерять толщину. А вот это вот, чтобы не промахнуться. Такое? Тоже неизвестно. Что им брать что-нибудь? Что-нибудь меленькое, наверное, брать, что ли, вот так вот. И за ноздри брать. Да, непонятно. Но может кто знает, подскажет. Ну да, в описании. Что это такое, да. Что здесь, что это такое? А вот, кстати, это батарея. Солнечная батарея. Кремниевая, солнечная. Вот какой. 88-й год. Кстати, первый раз такой их, вижу. Их выпускать начали, и что-то они пропали. В коробочке было, была вот эта штука. Вот. Это заряжать, это получается что? От солнца. А потом, типа, для чего... Ну, их нам много надо было штук, чтобы... Нашли. А это... Что это такое? Масло было там для... А, масленка? Масленка для оружия. Для смазки оружия. Для смазки оружия. О! Старый, это... с москвича, наверное, с какого-нибудь, нет? Это, по-моему, с этого, зеркало. Самые первые, копейка. А, копейки? Вот, на копейке вот эти стояли, вот такие зеркала. Угу. Видишь, они с прорезями. Ну да. Съемные, кстати, идешь домой, снимаешь, идешь домой, несешь зеркало. Ну да, чтобы не украли. Это же оно съемное было. Это как он называется, гребешок или что это? Это гребешок. Старинный, да. Таких сейчас гребешков нет нигде. Это я у бабушек давно еще, даже, по-моему, у своей бабушки видел. О, трубка какая-то. Это уже не старинный. Это старинный. Дальше что-то еще какая-то. А это нет, это шлифовая. Шлифовалка. Да. Это тоже что-то не... А, да. Кстати, вот это что такое? А это какой-то массажер какой-то. Да? Ну сюда ладно. Батарейки вставляются, и что-то массажирует, неизвестно. Что там еще у нас есть? А, ну это ерунда. Вот, что это? Это ножны. Это ножны от автомата, штык-нож сюда вставляется. Угу. Понятно. Вот еще масленка какая-то масленка другая. Тоже. Да, это вот ножны для штык-ножа. Так, градусник вижу, он там какой-то. Типа где-то вот здесь висел. Это, наверное, не совсем из... Кстати, на каком языке-то здесь написаны градусы? Смотри, иероглифами и еще какими-то буквами непонятными для меня. Первый раз такой вижу. Но показывает 29. Ну, сейчас, наверное, так и есть, да, Игорь? Ну, да, примерно так и будет. Все, я тогда... А. Еще расческа какая-то, старая, не старая, деревянная. Он что-то деревянный. Написано. Неизвестно, что расчесывать. Где еще деревянная? Железная вон. Где железная? Расческа? Да, вон. Вот ручки. А это нет, это не солидная. О, комбайн какой-то старый, смотри, вот он. Что это такое? Это сок, да? Сок выжимать или как бы морковь можно засунуть там, типа терки. Там понятно. Года нету там никакого. Цена. Цена. Цена 5 рублей 50 копеек. ПМЗ какая-то. Все, ладно. Как-то она висела. Ладно, пока положу. Иван Николаевич, я думаю, разберется. Он еще радио советское.
люстра, наверное, современная все же. Дрель. Там какая-то обдиралка. Иван Николаевич, вот это что это? Вот это обдиралка, что ли, какая-то? А что это ноги чистить. Вот около домов ставишь, забиваешь какое-то бревно, о, и чистишь как ноги. Где, что, как она называется? А вот, вот железка, вот она. Вот она. Ее забиваешь и ноги чистишь. Как обдиралка или чистилка. Понятно. Как пенс. Так, непонятно. Зонтик Мэри Поппинс. Тоже советских времен. Кружка. Кружка алюминиевая. Алюминиевая. Дальше у нас что? Это современная, смотрю, арматура, еще какая-то штука. Дальше вот эта шляпа. Ну, шляпа это очень непонятно. Люди, наверное, тоже очень старинная. Соломенная шляпа. Угу. Тоже заржавела вся полностью. Так, дальше вот смотрю, рукомойник старый. Вот там все валится. Бутылка. А, это современная. Смирнов, я думал, старинная. Что-то какая-то штука. Вот это соркостекла. Что это такое было-то? Иван Николаевич, что это такое? А, это маслобойка. Но это маслобойка? Старинная. О, как? Какая старинная? Вон она, соркостекла. Не старинная. А, не старинная. Первый раз такое вижу-то. А вот эту вот штуку вот покажи. Это ну-ка. Раньше, даже палка тоже старинная, лет, наверное, 150, самодельная еще, и шкованная. Ага. Брать эти, как ее, сковородки с печи, вот так берешь, ага. Вот так вот, или так, о, наверное, вот так, о, нет, как-то ну, мы как-то берем, они вот умели. Так. А, ну, мы не то берем, вот так берем, вот, и в печную, вот, вот этой штукой, вот, приспособление, угу. Как правильно называется, неизвестно. Какой-нибудь там ухват или еще что-то в этом да, роде. Да. Вот смотрю. Другой. Смотрю, вот котелок здесь. Старинный, не знаю, но котелок присутствует. Ой, ребята, я могу вам налево повернуть, но там ну, не будет видно ничего, я так думаю. Потому что самовар, в сторону света. Это уже не старинный самовар. Это старинный, не старинный, но по крайней мере в советские времена они да. Вот эти самовары делали. Нет, вот они сейчас есть. 70-х, наверное. Годов. Плохо видно, конечно. Приборы всякие советские, не знаю, что-то измерять там. Это как ее, вольтметры, что ли. А вот это что за штука такая? А это газовая горелка для а-а-а. Печи. А старинные, не? Нет, скорее всего, это нет, это газовые. Это лампы тоже старинные. Так, ребят, смотрю, вот это стабилизатор, да? Это не стабилизатор, это лампа. Как он назывался раньше, латер от нуля и больше 220 прибавлял тоже латер. А это железнодорожный фонарь. Фонарь железнодорожный, это чудовоенный фонарь. О, а уже аккумуляторный. С щелочными аккумуляторами. Раньше ходили по железной дороге. С той стороны, по-моему, красное должно быть. С этой стороны, да, нет. Ну, может быть, здесь да. Что-то накручивалось. Наверное, красное было. Это латом от нуля. Ох, я что нашел. Весы. Еще я помню, даже в моем детстве на рынке пользовались вот такими весами. Еще сверху две тарелки должны были быть. Так, дальше что? Ой, нога застряла. О, еще какой-то прибор нашел. Вот, еще какой-то приборчик. Не знаю, что это, что измерять им. Дальше идем. Будем сблизи пока. А это что такое? С молнией. Типа, не влезай, убьет. Как-то так. А вон там что это вот это? Пылесос, это по-моему, пылесос, да? Ракета. Ух, ракета. Я только помню. У меня такой был, ну не знаю, такой, но ракета какая-то была в детстве. Ой, залезь сюда. То есть еще что-то, это какая-то ножницы, резалка. Ножницы по металлу. Вот они не так. Пылесос, вот он. Как его достать-то? Ракета. Вот такая ракета, ребята. Пылесос. Честно говоря, не всякий поймет, что это пылесос сейчас, в данный момент. Да, вот он ракета. В рабочем состоянии, я его пробовал. Работает, о, даже работает. А какой год, интересно, не указан. Что-то я даже не вижу, как посмотреть, где. Ладно. В итоге советских времен.
Дальше что у нас здесь присутствует? Ножницы порезки металла. Вот эти. Это по металлу ножницы все же. Достать их. Вот достаем, ребят. Вот такие вот ножницы. По металлу, оказывается. Я не знал, что такие большие могут быть. Обалдеть. Игорь, ты смотри, что пропустили. Надо тоже показать. Так, вот эти вот за грибами ходили. А, корзинки? Лукошки или корзинки. Да, корзины точно видно, что старинные. Дальше мы у нас на обзоре. Вот это что это такое? А, еще вафельница какая-то. Какая-то здоровая. Электрическая вафельница. Ага. Там телевизор, я так понял, какой-то, да, типа юности, что ли. Да, возможно. И дальше что-то. Ох, что-то я такое нашел. Свема. Вытащим, да, и вытащим, посмотрим. По-моему, еще это новые. Катушечный магнитофон, наверное, это. Катушечный магнитофон. Ах, чуть-чуть покоцанное. Но все равно приятно, приятно такую вещь посмотреть. Вот, это уже не из моего детства. Я уже... Вырос, да? Да, да, это уже как-то... До меня было. Ну, мы сейчас... Ну, значит, тебе... Да, это лет, наверное, 50 назад. Свема. Ой. Магнитная лента. Слушай, так, кладем ее на место. Довоенная еще была. Так, это мы показывали. Что-то как это показывали. Это аппарат какой? Что за аппарат, Иван Николаевич? Это... А, это же это. Это все понятно. Проигрыватель. Проигрыватель. Старинный. Проигрыватель. А как он называется? Щепка здесь. А вот, смотри. Илга 202, по-моему, стерео. Стерео. Это вот они пошли самые первые. Дальше у нас... Так, это убираем. Ставим. Шарп, ё-моё, нифига себе. Вот жалко, не двухкассетник. Двухкассетники были вообще в тренде. Так, дальше у нас пластинки. Сейчас покажу вот так. Мелодия. Это они вот здесь должны быть. Это проигрыватель. Ну-ка, Игорь, можно его положить, поставить, то есть. Ох, весь пыльный, весь завязанный. Ох, какой он. Это какая-то Вань. Иван Николаевич, что это такое? Неизвестно, что... А, надо, наверное, где-то ложечку на... Ну, вот, вот, вот сюда ложечку. Сюда? Да, это на эту штуку. Почему? Такой для старенький. Чего-то тоже. Смотри, вон там лампочки. Еще накаливание. Так, дальше у нас что идет? Ну, это не старая вещь, ее можно убрать. Это вот что? Ну, может быть, она уже тоже старая для кого-то. Да и ладно, брось ее потом, да, замотаем. Так, этот мы показывали магнитофон, нет? Вот. Сейчас. А, вот. Магнитофончик вот GVC. Динамик. Вот. Ох, какой это откуда такой? Вот это, динамик. Это какой громадный. Ребят, вот смотрите масштабы динамика. Вот. Игорь, поближе к себе вот поднеси, чтобы вот реально посмотреть. Вот куда? И, кстати, сколько в нем ватт, что там? Насколько он интересен нам? Может, даже и год есть, кстати. Какие-то. Да, тут пишут, 25 ГДН. 25 ГД. А что это? Это очень много. Да. 25. Если бы я понимал бы, что это такое. Здесь нет нигде ничего. Интересно, сколько это, что и где маркировка должна быть, непонятно. Подсняли и работает, да? Да? А на сколько вольт или куда? Я не знаю, машинка снимает. Еще такое радио, старенький, вон там, смотрю, еще магнитофончик. Не совсем, но все равно. Дальше, это что? А, видеомагнитофон. Видик. Ролсон. Кстати, почему-то Ролсон, у меня вот... Как сказать, впечатление, почему-то он современный должен быть, совсем уж Ролсон. Только недавно увидел такую фирму. Еще один. Фу, блин, как это. Вылетел. Да, от него что-то такой старый какой-то. Что там написано?
Игорь, не видно, что там написано? Мона, нахуй. Россия какая-то. Okay. Электрофон. Во, блин. О, электрофон даже. Ага. Это интересно. Так вообще-то мы это и не назывались уже. Еще колонка какая-то. А, это видно от компьютера, может, современная. Да, может быть. Еще один. Так, дальше. Стиральная машина. Нож. Да. Не знаю, как называется. К ней подходы толком не вижу. Вот здесь вот написано. Где? Это мы показывали. Вот так, вот это мы в прошлом ты сказал, видео. Лапту играть, да, да. Стирать. А еще валик какой-то должен. В прошлом видео нашли. Оказывается, это гладить. Еще к нему скалка должна быть. В комментариях женщина написала. Так, там у нас от косы, она, оказывается, тоже в комментариях, по-моему, писали, или где-то... А, нет, кто-то сказал, что она современная, мы тоже вот нашли. Ничего страшного будет, со временем она старой. А машинка, назад вернемся, то стиральной. Цена 180 рублей, по-моему. Это очень много было для такой очень машинки, дорого, да. 180 рублей. Как называется, я не вижу. Просто мне неудобно снимать их и читать. Волга были, потом еще какие-то. Что у нас еще здесь интересного есть? Пока ничего больше не вижу. Метафон он там торчит. Какой? Он, то ли комета, то ли еще что-то там называется. А, сейчас едем сверху, посмотрим. Какая? Где? Он не вижу. А, вот этот? Да, да, да. В рабочем состоянии. Я раньше помню, эти катушечные Олимп очень сильно почему-то ценился. Это сороконожка, что ли, здесь живет, смотрю. Да, да, да. Много обуви. Вот. О, бетончик тоже за молоком ходили в детстве, я лично тоже. Но это какой-то разукрашенный, у меня простой алюминиевый был. А это какой-то прям блатной бетончик. На те времена особенно. Так, во-первых, вот машинка печатная. О, машинка печатная. Мне, помню, ребенком, когда был, мне так хотелось печатную машинку, что-нибудь попечатать. В рабочем состоянии даже, посмотри, она еще печатает, вот видишь? Ага. Вот. Даже кнопки работают. Кнопки работают. Я помню, здесь вот ленту натягивали, где-то она. И лента, она проходила. Вот это назад как-то должно идти. Вот, дальше смотрим. А что это вот за сумки? А это военные какие-то, я так понял. Аптечки. Военные, да? Да, аптечки. Это жесткие такие. Войне какой-то, я помню, где какая-то война должна была быть. И жгуты какие-то. Так, у нас что за это магнитофон? За магнитофон у нас. Непонятно. А где-то не написано, не подвинено на нем. Так. Что вот здесь написано? Уровень записи. Он даже записывал, оказывается. Так, вот что такое. Ну, смотри, даже вот так вот. Как он был и заряженный, так его так и бросили. Еще крышка должна. А, на крышке должна быть написано. Да, то ли Астра, то ли комета. Дальше это зарядное устройство, видно, какое-то старое. А это вот, видишь, 35 ампер. Что это такое? 1 рубль, что ли, стоит? А, да, с крестом. Аптечка, как бы походная, после войны или до войны, неизвестно. Гирлянда, смотрю, типа советский, что ли. Вот еще лампочки такие, накаливания. Все, по-моему, у нас пока. Ну, это дошла, которая бестаридная. Вот, смотри, еще что увидел. Это старинная или нет картина-то? Это откуда-то Есенин взялся. Есенин. Вот руль старый, смотрю. ГАЗ-51. От газончика. От машины ГАЗ-51. А это что такое? А это включаете массу. Угу, все понятно. Масса такая старая была. Вот, ну, ребят, вот как-то так, да? Ну, ребят, кому понравилось... Иван Николаевичу, пожалуйста, прошу поставить оценку. Вот, кому нет, тоже оценку поставьте там вверх или вниз. Все, всем удачи. Не забываем подписываться на канал. Все, пока.